Поселок Октябрьский. Вот это детки, которые проживают на поселке и постоянно находятся под обстрелами. У вас обстрелы были? Да. В дом не прилетало, не? Ну, а рядом? Рядом прилетало. Слава Богу, ваш дом не пострадал. И сегодня вот благодаря замечательному человеку из Санкт-Петербурга, Виктору Дармаризу, мы привезли вам продукты. Вот здесь наш продуктовый набор, чтобы вас как-то поддержать в столь трудное время. И чтобы вы хотя бы сыты были и накормлены. Что ты смотришь? Уже все нравится? Уже. Это хорошо. Огромное спасибо людям, которые помогают, потому что без вашей помощи вот этим деткам на передовой очень трудно выжить в условиях постоянных обстрелов. Обстрелы продолжаются или утихло? Ну, пока утихло. Ну, а слышимость есть ночью, там вечером? Есть. Ну, то есть именно сюда не летит? Именно сюда не летит. Ну, понятно. Ну, а стрельба? Ну, вдалеке слышно. И по ночам особенно.